Всем привет! Заехал на стадион «Динамо» получить номера на сегодняшний забег. Это на 10 тысяч метров на стадионе «Динамо» среди любителей после забега профессионалов. Заодно заехал, забрал свой заказ. В Испании заказывал комплект формы на сезон. Ну, как на сезон? Насколько получится на несколько сезонов. Майку... там без рукавку, с коротким рукавом майку, короткие тайсы, длинные тайсы, такую байку и ветровку. Сейчас это распакую, немножко покажу. До этого у меня было Elite 6, это Elite 8. Это Elite 8. У меня была 6-я модель, майка достаточно такая, еще живучая, уже прошло несколько лет, как ношу ее. Ну что, это коллекция этого года, только вышла. Ну что, это майка с таким, такая плотненькая немножко. На осень само то. Ветровка. Майка с плоскими швами. Такая, это логотип не нанесен не как здесь, а здесь он уже в краске пропечатан. Короткие тайсы. Это отражающие элементы. Два кармашка по бокам. Круто. Ну и такие же тайсы, только с замочками. Посмотрим, как будут жить замочки. Ну и вот. Новые марафонки, в которых сегодня побегу.